Форум может быть не столь масштабный, как в предыдущие годы, но, тем не менее, я уверен, что с точки зрения интеллектуального содержания и практических результатов он обречен быть успешным. Сегодня на площадках Красноярского экономического форума не увидишь юных студентов. Молодежные дни КЭФ подошли к концу. Впереди серьезная работа. В зале пленарки вживую и по видеосвязи с Сингапура, Берлина, Москвы настоящие мастодонты мировой политики, экономики и бизнеса. Обсуждают последствия пандемии и ее влияние на развитие российских регионов. Прогнозы все еще неутешительны. Ковид сильно повлиял на рынок, на экономику. Мировой банк испытывает рецессию из-за этого. Какие-то страны возвращаются в это. США, какая-то часть Азии, Китай. Но Европа сейчас находится в рецессии. И экономики до сих пор борются. На фоне глобальных проблем Красноярский край, как центральный один из крупнейших регионов России, пережил пандемию с относительно малыми потерями. За счет разумной экономии удалось сформировать надежный профицитный бюджет. Мы ворвались в пятерку самых инвестиционно привлекательных регионов. Благодаря этому корпорация развития Енисейской Сибири работает над воплощением десятков новых проектов. Начну с самого крупного проекта, а именно «Восток Ойл». 400 тысяч новых рабочих мест. Представьте, 400 тысяч новых рабочих мест. Менее масштабные, но, опять же, значимые результаты такого плана дает каждый проект. Я уже не говорю о такой очевидной вещи, как налоговое поступление в бюджет. Сегодня налоги от нефтяников составляют от 20 до 25 миллиардов рублей. Большие перспективы в развитии края отмечают и независимые эксперты. Красноярский край исторически очень заметный регион, очень важный регион, не только географически, но и экономически. Конечно, был целый ряд вызовов прошлый год. Но, на мой взгляд, судя по тому, что мы видим сегодня на форуме и вокруг форума, вот этот кризисный период, он преодолен. В течение двух ближайших дней деловая программа КЭФа будет наполнена массой разноформатных мероприятий. Это круглые столы, экспертные интервью, дискуссии, подписание договоров и соглашений. Многие из них касаются актуальной для края темы экологии. У компании есть два больших очень проекта, которые в рамках общероссийского проекта «Экология». Это первый проект – это снижение загрязняющих веществ в Норильске, диоксида серы. Также у компании сейчас разрабатывается большая экологическая стратегия, которая в себя будет включать снижение загрязняющих веществ, снижение сбросов в водные объекты. Поучаствовать дистанционно может каждый. На сайте kf21.rf можно увидеть все мероприятия в прямом эфире и задать свои вопросы экспертам. Евгения Шелковникова, Антон Шевчук, Максим Галат и Алексей Гусев. Енисей. Новости.